Добрый день! Начинаем наш мастер-класс. Сегодня мы посвятим наше занятие рисунку пастелью. Будем рисовать кошечку. Используем белый пастельный карандаш, черный пастельный карандаш и обычную пастель. Прежде всего, нам надо нарисовать у кошки глаз. Глаз может быть любого размера. Важно, чтобы он был овальным. Когда глаз мы наметили, теперь надо правильно найти носик, лобик и ушки. Обратите внимание, размер от края глаза до лба точно такой же, как от переносицы до конца носа. Приблизительно вымеряем и на карандаш откладываем. Мы нашли нос. Аккуратненько наметили носик. Дальше короткими имитирующими шерсть движения лоб, нос и лоб где-то одного размера. Обратите на это внимание. Ухо приблизительно тоже. Дальше прорисовываем нашим любимым штрихом, тем, которым мы рисуем травку, волосы, реснички. Пожалуйста, будьте аккуратны и внимательны. Вот, собственно, и все. Наш мастер-класс закончен. До свидания.